Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Верикс Мири Игр, и сейчас мы с вами будем играть в серию Сэм HD The First Encounter. Собственно, давно меня не было на моем канале, я постоянно куда-то деваюсь, ну, в общем, таки не суть. И недавно играл в World of Tanks, конечно, что я могу сказать, играть вообще невозможно, все-таки каникулы, а с такой школотой, которая играет в данный момент, вы нормально точно сможете играть. Итак, ребят, я, конечно, начал не заново, но все же я прошел немножко, чтобы уже дойти до другого места, так сказать, чтобы уже были более-менее пушки, это интересно. И будем с вами дальше мутить. Так. Все-таки это уровень Египет. И ничего нормального такого не ждите. Все-таки помаленечку проходить с вами. Слышите, как кто-то ревет, на самом деле это бык, большой бык такой. Итак, давайте пойдем дальше. Мы с вами уберем пару кружков. Комикация. Знаю, как буду с тобой бороться. Хуя! Денежки не попадаю на самом деле. Он очень быстрый. А вот все-таки я попадаю по нему. Ну я думаю, мы убьем со временем. Да ладно, иди сюда, надоело. Буду бегать я с тобой. Ну вот эти роботы появились, кстати, противные, знаете. Полегче, чем желтый и вообще красный. Ну вот как-то так. Кстати, серию Сэм у меня как-то работает на этом компьютере так по-разному. То от 60 до 30 FPS. Не могу сказать, что это стабильно, но все-таки хотя бы получше, чем 30 FPS. О, вот они, вот и красные появились. На самом деле они такие мощные. Вот, и вот эти вот уроды особенно. В вашем мобиле я играю на такую сложную сложность. Там вот эти шарики летают уже на дальше. Ну это типа какого-то метеорита, не могу точно сказать. Ну и насрать, это же все-таки серию Сэм. Крутой Сэм, серьезный Сэм. Называйте его как хотите. Итак, давайте будем дальше проходить. Так, мы с вами уже... Блин, вот я раньше взял вот ракетницу. Это я понимаю, круто. А сейчас что-то нету ракетницы. Ничего себе. Вся суть серии Сэма — ловить таких чуваков, которые в 100 тысяч раз больше, чем... Ну, на самом деле, всё нам круче попался... и круче. Все круче и круче нашему персонажу. Очень нравится. Эти монстрики. Давайте пойдем дальше. Так, нам нужно взять этот гребаный ключик. Я помню, там нужно бегать до хренища, короче. Ну, я думаю, это не проблема. Все-таки в какой-то игре должна быть такая вот хрень быть. Бегать по сюда. Хотя бы. Вот, а нет, это не
не птица, скорее всего. А вот правая кнопка мыши, все, я понял. Вот эти мячики. Двух выстрелов хватает, это нормально. Пока что нам попадаются желтенькие эти пулеметчики. Там уже как бы сказать от цвета будет зависеть. Наконец-то мы его убили, так больше нет этих зеленых какашек. Кстати, можно сюда воду спустить на рынок? Такие. Скажу вам, да. Начнем еще. Тут есть патруши, они как раз таки мне пригодятся. Так, ну мы собрали с вами что-то наподобие ключа и пойдем дальше. Давайте посмотрим, что там дальше. Ой. Плохо стало это. Хреновенки. Так, мы взяли с вами вроде как бы самый крутой броник, наверное. И вот как-то так. Прет ностальгии. Когда у меня тоже бензопила появится? Вот я жду не дождусь. Ведь у меня, видите, пистолет с пистолетом, дробовик с двухстволок, базука, еще какая-то прикольная базука. Четыре тысячи очков мы с вами набрали, ребята. То есть все, что мы собираем, мы убиваем, у нас идут очки. Но все-таки это не проблема для серьезного Сэма. Пойдем дальше. Свитки какие-то, ебать. Няу. Так, давайте пока мы сохранимся, а то мало ли еще. Давай,
Так, мы что, прошли, что? Ох, нифига себе. Так, что у нас тут за тиняком? Оп. Опа-на. Оп, а мы тут уже не пройдем, да, походу? Печально, печально. Кто-то бежит там. Коняшки бегут. Как я теперь отсюда пройду, ё-моё? На самом деле фигня, потому что дальше будет более обезбашенные битвы. Это же серьезно. Камикадзе. Камикадзе, кстати, мощные чуваки, но если они толпой не скажут, то все. Штайт и не выйдет. Вот как-то так. 300 хп. Ну давайте, уродцы! Как же это? Вообще, значит, им можно запекать его, хотя он ничего не слишком все, что ты можешь? Опа. Сохранимся. Оп. Все. Взяли мы с вами какую-то херню, не знаю, для чего она нужна, конечно, но все-таки для чего-то, значит, нужна будет нам. Итак, давайте пойдем дальше. О, пулеметчик. Томпсон. Я откуда вызвался? Стрел, по-моему. Это не из этого света. Что-то, наверное, не оружие все круче и круче, но как сказать круче без пулемета, конечно, плохо на самом деле. Ну,
Ну еще рычишь, давай выбегай. Ну ладно. Итак, прошли мы с вами третий вроде как бы уровень. Какие-то мы с вами сокровища подбираем. Нет, ну мы с вами же все-таки не сдохли. Мы продолжаем проходить один и тот же уровень. Статистика уровня, счет, убито, 176 из 216, секретов 0. Что за бред? Оазис. Красиво на самом деле. Это даже игрушка старая. Что это? О, птицы, эти ногти, вот эти птицы, они такие вообще офигенные, просто, блядь, валить уже. Так, нужно нам, в принципе, в ракетнице у нас полная, как бы мы видим. И значит, что-то
чем здоровье все равно у меня есть. Сейчас будет круто. Крутой боекомплект. Ой, блин, это ничего. Пришли мы с вами в Оазис, нашли один секрет, ё-моё. Вот они. Пришла беда! Так неплохо прорисованы тени и прочая фигня. Давайте пойдем дальше. Так.
Так, теперь смотрим. Давайте противники. Кто же там есть такой? Взрослый арханоид. Класс взрослый арханоид. Метаболизм эктотерм. Членистоногие. Определение примитивная разумная раса. Размер 6-7,5 метров. Выносливость высокая. Враждебность чрезвычайная. Оружие пулемет. Жало на хвосте. Награда 5000. Опасность высокая. Святой воин примитивной расы, которая произошла от членистоногих, чрезвычайно опасен из-за своих религиозных убеждений. В одной руке арханоид держит пулемет, оснащен устройством восстановления боеприпасов. Тело покрыто экзоскелетом, защищающим арханоида от пуль, взрывчатки и огня. Советы жал на хвосте опасны, не подходи слишком близко, в ярости будет стрелять даже сквозь их. Так. Гарпия, епт. Как у нее трясутся. То есть, не это хотел сказать. Так, у нас низкая магические импульсы. Так, болотный прыгур. Опасность очень низкая, оружие брызги ядовит, слизи, выносливости нет, безголовный подрывник, опасности нет. Враждебность очень низкая. Молодой арханоид, опасность высокая. Так, 3 метра. Рептилоид. Горная разновидность. Размер 13,7. Зак, самонаводящие снаряды. Опасность средняя. Оружие магические. Смотрим дальше. Биомеханоид. Высокие ракетные установки. Так. Так, биомеханоид маленький. Биологический механизм, выращенный в биорезервуарах ментала. Его генотип перестроен для выращивания биомеханоида. Очень опасен, старайся уничтожить как можно быстрее. Бык-оборотень. Так, уходи с линии атаки в сторону. Киберзомби. Мертвец, управляемый через уже. Скелет склира. Оживленный скелет без головы. Камикадзе, киберзомби. Мертвец, управляемый через уже. Высокоручные гранаты. Самец Гнара. Зубы клоки. Самка Гнара. Ага, самка больше, чем самец. Безголовый ракетчик. Советы, никаких сложностей. Понятно. Да вы задолбали уже, я уже, блин, больше половины всех убил, а они мне еще ничего не дали и не пропустили. Я думаю, сейчас мы с вами пройдем этот уровень и пока что на этом закончим.
вот это вообще. Прошли бы с вами так, не помню сколько, а где-то 4, может быть 5 уровней, вот так вот. Я думаю, ребята, увидимся в скором времени.